Команда «Чайка» выступала в первенстве Ростовской области среди команд высшей лиги и удачно показала себя на более высоком и уже профессиональном уровне в первенстве России среди команд второго дивизиона. Матч между Сочи и ростовскими футболистами начнется в 16 часов. Вход для болельщиков свободный. Тем более, что перед встречей будут подведены итоги конкурса на лучшую речевку в поддержку сочинской команды. Победитель конкурса получит сертификат на уикенд на курорте «Горки город». Что касается нашей команды, то в случае успешного для себя завершения поединка, следующая встреча у Сочи будет с новороссийским «Черноморцем» 24 числа. А выступления в чемпионате страны, также во втором дивизионе, наши футболисты начнут 28 июля. Кстати, еще одна встреча с ростовской «Чайкой» пройдет 4 августа на центральном стадионе «Югспорт».